Меня зовут Тео Дмитрий Валерьевич. На сегодняшний день я являюсь заведующим отделением рентгеновоскулярной хирургии и лучевой диагностики при кардиологическом блоке областной клинической больницы «Многопрофиль». Вообще, в выборе моей профессии я благодарен, как всегда, я говорю моим родителям и моим учителям. Они предопределили фактически мой путь, просто подсказывая и давая полезные, важные такие жизненные лайфхаки, что ли, вот в моем выборе. Больше 13 лет в медицине, в принципе, там, где надо. Мне посчастливилось постажироваться в Литве, в России, пройти первичную специализацию по рентгеновоскулярной хирургии и интервенционной кардиологии, что дало мне мощный толчок в этой новой профессии моей. Наше отделение, я бы сказал, своего рода уникально. Уникально тем, что мы имеем возможность проводить высокоспециализированные операции, кардиоваскулярные патологии пациентам абсолютно всем. Мы акцентированы на пациентах с острым коронарным синдромом. Это пациенты с инфарктом. Это то, с чем борется весь мир, со смертностью от болезни системы кровообращения, которая стоит у нас на первом месте. И в режиме 24/7 наше отделение оказывает помощь этим пациентам. Стресс, перегрузки, ненормированный отдых, питание. Совокупность факторов, наверное, истечение обстоятельств приводит к тому, что ишемическая болезнь молодеет, атеросклероз – это отложение, скажем так, плохого холестерина на внутренней стенке сосудов, начинает поражать все больше и чаще сосуды более молодого возраста. Как бы то ни было, наше молодое население пока еще не прислушивается так активно к врачам, как мы этого хотели бы. Вот наша операция. Мама моя. Мультифокальное поражение. А, смотри. Господи, надо же было такое вывести. А что он дальше снял? Пауке висит ствол. А он поставил стенд, скорее всего, выбил. Да? Баллон взял. А, маленький за баллон. Диагоналка подсела. Диагоналка подсела. Да? Подбалонировал, ну, интересно. Так и оставил ее. Был конкурс «Лучший врач года Казахстана». Да, я тогда занял призовое место, я был призером. И в целом, это довольно-таки было очень интересно, конечно. Учитывалось не только твой личный вклад, вообще вклад в развитие медицины. Какие-то инновационные были разработки, наличие статей, зарубежного опыта, опыт внедрения новых операций, которые позволяли бы, ну, развивать медицину, прежде всего отечественную, конечно же. Была интересная награда «Жас-Дарын», республиканский конкурс по владению иностранными языками среди врачей. Послали видеоролик, где я выступал на казахском, английском и немецком языках. И по результату которого я получил вот эту вот номинацию «Жас-Дарын». Это даже не сколько дает определенную популярность, сколько уверование в то, что ты все-таки занимаешься чем ты считаешь полезным и важным для людей, прежде всего. Любое оперативное интервенционное вмешательство требует очень сильной мобилизации сил. Это и опыт, и знания, и навык. Это бригада имеет очень большое значение. Конечно же, руководство и организация самой работы в операционном блоке. Конечно, необходима совокупность всех этих факторов, чтобы операция прошла успешно. Допустим, когда поступает пациент с острой закупоркой сосуда в артерии, вызванного приведшим к инфаркту, и ты имеешь доступ, навык и результат, когда можно эту артерию открыть, имплантировав туда расширяющее устройство, стенд,
И пациент буквально на столе чувствует себя уже гораздо лучше. Конечно, это приносит максимум удовольствия. Личную статистику никто из врачей не ведет, но в год мы выполняем более 2500 вмешательств. Это на коронарных и некоронарных артериях периферических в том числе. Очень часто ведут речь о синдроме профессионального выгорания. То есть довольно-таки очень немалый поток пациентов, рутинная работа. Для кого-то это может быть даже и однообразная работа, хотя, допустим, каждый пациент, он по-своему интересен. Несмотря на то, что у человека две артерии сердца, но они по-разному забиваются, они по-разному бывают поражены, соответственно, каждый из них по-разному представляет для тебя тот клинический интерес, где тебе хочется прежде всего помочь и поучаствовать, и, скажем так, побороть эту ситуацию, чтобы больному прежде всего стало легче. Морально абстрагироваться довольно-таки очень сложно, хотя это рекомендуется, так как синдром профессионального выгорания, он характерен в том числе и в нашей профессии. Интервенционные кардиологи, рентгеновоскулярные хирурги тоже очень часто испытывают психоэмоциональный стресс, и стресс довольно-таки очень тяжелый. Потому что не всегда можно успеть пациенту помочь так, как ты бы хотел, и время в данном случае всегда играет свою определенную и порой роковую роль. Рак желудка, он тоже выходит на лидирующую позицию после рака легких. И если учитывать факторы риска и пробовать их связать с технологиями, рассчитать средний некий коэффициент, говорящий о том, что у пациента вероятнее всего может быть тот или иной момент, допустим, высокий риск развития онкологии желудочно-кишечного тракта, то, в принципе, его можно будет посчитать. Нужны цифровые технологии. Мы разработали мобильное приложение, которое позволило дать вот такой вот некий коэффициент, степень стратификации риска в онкологии. Это мобильное приложение набрало более 100 тысяч скачиваний. Было порядка где-то около 4-5 случаев, когда мобильное приложение выдавало высокий риск, и мы имели возможность этих пациентов дальше обследовать. Недавно в нашем отделении были проведены уникальные операции у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. По-русски с инсультом мы смогли оказать помощь, внедрив операции эндоваскулярной эмболизации аневризмы головного мозга, артерии головного мозга. Суть в том, что больные с геморрагическим инсультом, с кровотечением именно в полость черепа, да, вещество мозга, эти больные, они могут молниеносно погибнуть, что чаще всего происходит. Мы смогли провести операцию эмболизации аневризмы артерии головного мозга успешно. Молодой человек выжил, был выписан. Это уникальная операция, она проводится не во всех центрах. Хорошо. Самое главное, кружить-то сегодня. Нет, думаю, ну там большое поражение, соответственно, как ты можешь открыть? Ну, в принципе, рекомендации дал, сейчас полгодика попринимает препараты. Статинотерапия, потом попытка регионализации, посмотрим, я думаю, все получится. Да, повторную рекомендацию. Однозначно. Хорошо. Будет успешнее, я тоже думаю. Однозначно, ты откроешь, я не сомневаюсь в этом. Молодец. Из нас необходимо проявлять гражданскую ответственность. То есть все те рекомендации, которые даны и которые необходимо крайне строго соблюдать, их необходимо соблюдать. Временем, наукой, я не знаю, историей медицины доказано, что большое скопление людей создает определенные риски развития инфекции. Особенно те инфекции, которые имеют аэрогенный или воздушно-капельный путь передачи. И это не новье, это повсеместно. Каждый год у нас определенное количество людей довольно-таки немало заболевает тем же гриппом, ну и так далее. И тут необходимо проявить не только гражданскую ответственность, но, наверное, гражданскую и солидарную ответственность, потому что каждый из нас ответственен прежде всего за свое здоровье.